если ты тоже хочешь стать счастливчиком и получить от меня бесплатного хьюч питомца, ты должен, первое, подписаться на мой канал с колокольчиком, второе, поставить лайк на этот видеоролик и написать свой игровой никнейм в комментариях. Чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. Подписка и лайк будут проверяться. А тебе приятного просмотра. А в этом видеоуроке я расскажу тебе способ получения вот этих новых хьюч питомцев, которые у меня за спиной. Вы реально получите этих хьюч питомцев. Ну, а главное это сделать лайк, подписка и колокольчик. И тебе приятного просмотра. Ну, не знаешь, где купить, тогда тебе на Robux 500. Ты здесь всего лишь по очень-очень маленькой цене сможешь купить себе очень-очень много Robux. А также у них есть два метода покупки робуксов, покупка из группы, а также покупка трансфером. А также у них есть своя группа, если ты ее не супишь и будешь там 16 дней, то робуксы будут приходить моментально. Ну а все ссылочки на Robux 500 закрыты. Ну и вот, ребята, мы попали в новый фанмейт режим, где у нас уже доступны новые хьюч питомцы, а также новые питомцы, которые у нас уже будут в новом обновлении в эту субботу, а именно в 20.00 по МСК. А точнее, ребята, у нас тут уже вторая часть нового обновления. Как видите, у меня уже за спиной, ребята, золотой имбирный домик, ребята, посмотрите. Если что, в сливах новогоднего обновления, именно часть 2, у нас вот этот, ребята, уже слили вот этого, ну как бы сказать, такой золотой домик, ребята, который мы будем ломать, и возможно мы будем бесплатно, точнее это будет в квестах, чтобы получить вот этого новогоднего хьюч парти кота. Смотрите, давайте сейчас просто откроем мой инвентарь и посмотрим на новых питомцев. А как на новых питомцев? А именно как мы сейчас будем их открывать, ребята. Посмотрите, у меня тут 20 вот таких вот эксклюзивных яиц, ребята. Вот, если вы хотите, что вот, если я слил, чтобы этот промокод, набираем, ребята, за 2 часа, если вы набираете 500 лайков под этим видеороликом, я сливаю промокод на вот эти, ребята, яйца. Так что набирайте 500 лайкосиков за 2 часа, если вы набираете, ребята, я в Дискорде скажу, в принципе, промокод, как получить вот эти вот яички, ребята, да? А также, ребята, смотрите, есть промокод на вот такого Титаник Хьюч Джоли кота. Этот, если что, промокод называется, ребята, вот так вот, SKI99, ребята, просто вводите, и вы получаете такого наикрутейшего питомчика. Теперь, ребята, давайте будем открывать. Так, первый открываем, блин, мне первым выпал не хьюч питомец, опа, и мне выпал мимик, ну, что такое, новогодний мимик. Так, открываем второе яйцо, и мне тоже выпал еще один мимик. Я надеюсь, что мне сейчас выпадет хьюч питомец, потому что у меня только 20 яиц. О, ребята, мне выпал хьюч питомец, пау, голден хьюч гринч кэт. Просто, посмотрите, мне сразу же с третьей попытки попался новый хьюч питомец. Просто, ребята, подойдите, сейчас снимем обычные эксклюзивочки. Так, все снили. Просто, ребята, посмотрите на этого хьюч питомца. Он настолько красивый. Блин, ребята, я надеюсь, что он реально будет по всему это X, потому что он очень красивый, мне очень сильно нравится. А давайте, ребята, попробуем просто вот такого мимика выбить. Так, открываем. Блин, мне выпал обычный мимик, мне нужен большой, точнее, хьюч питомец, новогодний мимик. Так, открываем еще яичко. Ребята, мне он выпал с пятой попытки. Сюда, хьюч парти. Ой, какой хьюч парти док, что там, я когда в кодный элементе, кажется, ошибочка вышла, ребята. Просто посмотрите на вот эти новогодние новых хьюч питомцев, ребята, просто посмотрите, как они за мной бегают. Я надеюсь, ребята, реально они в PlayStation X будут, и это будет реально прикольно, ребята, просто посмотрите, вот так вот, вот, ребята, какой вам вот хьюч питомец нравится? Гринч Кэт или вот такой вот Presence Mimic, как вы думаете, ребята? Как, ну, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот такая вот иконка наикрутейшая, вот такого Гринч Кота тоже иконка крутая. Давайте, в принципе, да, открываем вот эти вот яички. Так, открываем, открываем, бам, мне выпадает Гринч Кэт, еще один. Так, давайте еще откроем. Мне, вот как вы думаете, ребята, напишите в комментариях, сколько-нибудь мне выпьет хьюч питомцев с 20 яиц. Мне уже выпало 2, осталось сколько? Тут чуть-чуть яиц. Так, мне, так, обычное выпало. Открываем, Гринч Кэт тоже выпал. Так, открываем. Да ё-моё, какой-то Гринч Кэт, по-моему, выпал, да? А нет, нам выпал мимик, но ничего страшного. Давайте еще откроем. Да ё-моё, почему у меня обычные эксклюзивочки дропаются? Так, мимик пресент, еще один. Пожалуйста, давайте. Аля, хьюч питомец, выпадай! Бам! Нет, нам выпала обычная эксклюзивочка. И, да, Гринч Кэт обычный. Да ё-моё. Так, еще открываем. Кажись, хьюч питомец тебе выпал, ребята. Стоп. И, блин, Гринч Кэт обычно выпал. Но ничего страшного. Давай сейчас снимем питомца все. Пожалуйста, блин, обычная снова эксклюзивка. Вот. Блин, я, ну, ребята, пожалуйста, выпади мне еще один мимик, потому что мне очень сильно нравится мимик. О, радужный, ребята, радужная эксклюзивка выпала, Rainbow Mimic Present. Так,
Опа, ребят, нам выпал еще один хищ питомец, а именно Гринч Кэт. Все, бум. Мне выпал Гринч Кэт Кэт, ребята. Так, открываем. Так, мне выпал Гринч Котик обычный. Так, давай. Так, а теперь давайте, последние 4 яйца осталось, ребята. Как вы думаете, выпадет мне хищ питомец? Так, открываем. Мимик Прессон. Так. И еще, блин, мне он снова не выпал. Йокер не бывай. Эх, а я надеюсь еще на одного хищ питомца. Но, кажется, он мне не выпадет, ребята. Так, и бам! Мимик Прессон. Все, последнее яйцо остается. Если он мне не выпадает, то это будет мега провал. И мне выпал хьюдж питомец, ребята. И пфф, хьюдж парти дог. Он какой парти дог, ребята. Новогодний мимик. Ребята, у меня два вида. Вот, вот такие вот, ребята. Хьюдж питомцы. Мне выпало 4 хьюдж питомца с 20 яиц. А если тебе понравился видеоролик, ребята, и тоже хочешь, чтобы вот ты подкрывал вот эти новогодние яйца, набираем, ребята, 500 лайков за 2 часа, вот после выхода видеоролика. Если вы набираете 500 лайков, то я, ребята, поищу или в комментариях, или в моем дискорд-сервере промокод, чтобы получить вот эти яички и выбить вот этих новых хьюдж питомцев. И похвастаться перед друзьями, что вы уже получили новогодних новых хьюдж питомцев. Ну а если тебе понравился видеоролик, ставь лайк, подписка и колокольчик. А мы теперь прощаемся, всем пока-пока.